Сегодня в Кирове выбрали лучших среди учащихся колледжей и техникумов. Звание «Студент 2014 года» удостоены пятеро участников городского конкурса. Нешуточная борьба развернулась в номинации «Лидер студенческого мнения». Претендентов на победу всего трое, но два конкурсанта сразу заняли первые строчки онлайн-голосования. В итоге лауреатом стал Максим Авдеев, лидер культурно-творческого направления в колледже, спортсмен и будущий строитель. Я не умею сидеть на одном месте. Мне скучно становится, мне надо что-то делать, где-то выступить, показать себя. Еще одна номинация – общественно-полезная деятельность. Здесь соревновались бойцы поисковых отрядов, участники социальных акций и волонтеры. Ты говоришь о том, что я имею свою позицию, у меня есть те ценности, за которые я готов стоять. Доброта, любовь к людям, помощь, взаимопонимание и, наверное, искренние чувства, которые ты готов дарить остальным. Эти ребята успешны во всем. И учеба, и те дела, в которых участвуют, одинаково важны для них. Грамоты были и награды из разных областей деятельности. И добровольчество, и волонтерство, и организаторских мероприятий, и хореографические конкурсы. Так что все вместе, наверное, это ценнее, чем что-то по отдельности. Лучших выбрали также в номинациях «Интеллектуальный потенциал», «Спорт», «Культура» и «Искусство». С каждым годом количество участников конкурса растет. В 2014-м за звание «Студент года» боролись 45 учащихся колледжей и техникумов. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести, Киров.